Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку. А этот рисунок я уже нарисовала. Мы с вами будем рисовать другой рисунок. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал. Чтобы не пропускать новые интересные видео, нажмите на колокольчик. И подпишитесь. Ну что, начнем? Далее рисуем так вот воротник такой, комбинезон. Далее рисуем комбинезон. Теперь рисуем вниз комбинезон. Здесь такие штаны будут. Здесь вот рисуем руку. И тут вторую. Дальше вот так продолжаем. И нарисуем вот такие вот ботиночки. Подошва здесь. И с этой стороны еще один ботиночек. Такие у нас ботиночки получились. А вот девочка получилась. Сейчас мы с вами будем ее разукрашивать. С вами. Посмотрим, какими цветами сделать. Обводить ее, чтобы она была ярче. Брови нарисовали. Это у нее хвостики такие. И воротник рисует. И будем разукрашивать коричневый цвет. Таким вот коричневым цветом у нас будут волосы. И здесь мы сделаем ей резинку.
резинка будет желтого цвета. Тут и вот здесь такая вот будет резинка желтого цвета. Ребята, пишите в комментарии, какие вы хотите, чтобы я вам еще нарисовала рисунки. Напишите. Так, дальше мы. Здесь мы покрасим, чуть-чуть розовый цвет добавим. Это такое отражение, как от волос идет тень от волос, такая вот. И само лицо мы чуть-чуть розоватое сделаем, такое у нас розоватое чуть-чуть. Так, дальше мы будем красить комбинезон. Комбинезон у нас будет голубого цвета. Такой у нас голубенький комбинезончик получился. Сейчас мы будем с вами разукрашивать носочки. Носочки у нас с вами будут вот эти вот. Какого цвета? Вы уже, наверное, выучили, знаете, желтого. Правильно, желтые носочки у нас будут. Как резинка такого же цвета желтого. И красим тоже голубым цветом. То, что не продолжает от комбинезона. Такой у нас голубой. Но он чуть-чуть смешался с фиолетовым. Вот.
И ботинки мы ему красим. Ей красим зеленого цвета. Такие зеленые будут. Теперь раскрасим оранжевым цветом. Вот здесь вот кофту, которая загибается. И воротник у нас будет оранжевый. Воротник тоже будет оранжевым цветом. А сама кофта вот эта вот будет белого цвета. Что нам осталось с вами покрасить? Вот здесь вот сделаем мы ей розовые щечки такие, чтобы они у нее были такие розоватые, красивые. Вот. И с этой стороны такую же розовую щечку сделаем. Какие у нее будут розовые щечки. И покрасим ей рот. Рот у нас будет какого цвета? Какого рот бывает? Думаю, вы уже все догадались. Красного цвета, конечно. Такой вот у нас ротик получился. Такая вот у нас получилась с вами девочка. Ребята, если вам понравилось видео, подпишитесь и напишите комментарий.